Сегодня глава республики отправился с инспекционной поездкой в Новочебоксарск. Визит незапланированный. Михаил Игнатьев не раз указывал руководителям муниципалитета на проблему стихийных свалок. Но ВОЗ и ныне там. Подробности у Дмитрия Ковалева. Улицы города Михаил Игнатьев объезжал на велосипеде, на железных коней. Глава региона пересадил и местных властей. К руководителям муниципалитета накопилось немало вопросов. Почему мусор не убирают даже напротив собора князя Владимира? Облик Новочебоксарска это явно не красит. Снял, показал пальцем руководству города. Но город надо просто любить. Так не должно быть вообще. Рядом, тем более, церковь, рядом все те публичные общественные пространства. Народу очень много ходит, прогуливается. И рядом, буквально через забор, мусор. Городские власти, города Новочебоксарска, общественность, те организации службы жилищно-коммунального хозяйства не могут справиться с мусором. Вопрос простой у меня возникает. Почему? Мне это докладывают, что там вычистили и так далее. Я говорю, приеду обязательно на велике, проверю. Вот сегодня проверил, потратил несколько часов. Для меня картина понятная. Неприглядная картина и у стен пожарной части. Контейнеры для отходов переполнены, но вывозить отсюда мусор не торопятся. Глава региона заехал и в Новочебоксарскую рощу. На пути сорняки и сухостой. Хотя за последние годы на благоустройство города была выделена многомиллионная сумма. В отдельных участках я увидел мусор. Я же езжу по тем дорогам, где меня начальники не везут. Я знаю территорию. Развиваться муниципалитету помогает и программа «Комфортная городская среда». Только в роще, излюбленном месте для прогулок, были проложены пешеходные дорожки. Но работ еще не в проворот. Единственное, то, что да, смущают вот эти дороги, но я так понимаю, что они будут ремонтироваться, раз там срезка даже была. Асфальт сначала хороший, ровненький. Вот. Потом, чтобы нам лыжню делали. Обязательно. Ну, сейчас вот я прогулялся по роще, мне было очень прекрасно, было очень приятно. Я очень доволен погодой. Не погодой, да дорогами. Всем доволен. Хорошее настроение. Поднять тему благоустройства города-спутника глава региона пообещал на совещании в Доме правительства. Очевидно, что руководителям муниципалитета придется отвечать на нелицеприятные вопросы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.